Как приготовить сыр в домашних условиях и какие ингредиенты создают неповторимый вкус? Екатерина Татищева каждый день проводит на кухне. Шеф-повар не первый год работает в школьной столовой. Как готовить типовые блюда для большого количества людей или особенные для гурманов, знает не понаслышке. Сегодня делится секретами приготовления сыра. Если хотите повысить жирность, можете при кипячении молока влить чуть-чуть растопленного сливочного масла. Классический рецепт прост. На 5 литров молока, 100 граммов уксуса и 100 граммов кипяченой холодной воды. Все смешать на дуршлаг и настояться. Сыр готов. Елена Чеканова с удовольствием готовит итальянские блюда, а сыр там чуть ли не главный ингредиент. С куриной реви обстоят дела хорошо, но сыр не варила, поэтому это для меня новое, и я думаю, пригодится мне в будущем. В финале дегустация сыра и совместное чаепитие с шеф-поваром. Секреты кулинарного мастерства сегодня узнали около 20 химчан. Ксения Брагина, Николай Забродин, служба новостей.